Так, привет, друзья мои. Вот, короче, сегодня наконец-то я вышел на рыбалочку. Вчера тоже погодка была очень у нас отличная, хорошая. Но я, к сожалению, работал. Солнышко также светило вовсю. Вот. Вышел сейчас на водоем после работы. Пришел с утра. Время сейчас у нас... Так, один момент. Время сейчас у нас без 29. Вот. Вода вроде как, не знаю, помутнела что ли, ничего не пойму. Вот погода такая вот красивая сегодня, смотрите сами. Ну что, будем рыбалить с вами. Сейчас пока вот я ловил, ну, кидал мэпсика. Циклоп 2. Сейчас поменяю его на другую блесенку и попрем. Так что давайте, ребятки, смотрим и, как говорится, наслаждаемся. Так, ну что, начнем с традиции, с профилюкса своего. Посмотрим, как что будет. Воды еще прибыло больше на нашем озере. Мошки много. Долго я сегодня не буду рыбалить. Пару часиков, тройку. Потому что сегодня делов у меня много. Далеко уж туда не поеду, куда я там дальше ездил. Вот. Хороший заброс, прям как надо, чтобы рыба клюнула как надо. Тогда вообще было бы идеально. Да нет, вода прозрачная, просто что-то какая-то она непонятно, что-то какая-то пленка. Машины что ли уроды всякие моем? Увижу голову, то отрубаю, блин. Есть, вот, ребят. Ах ты пром, ё-моё, так схватило хорошо. И отцепилась, блин, не подсек я ее. Откуда я знал, что она там, гадина, есть? Ладно. Ну вот. Ну, профилюкс работает. Как всегда. Профилюксик молодец. Ну, может, дурак какой-то был, мелкий. Ладно. Уже, ух ты, на дерево. Ты тыщ. О, есть. Если, ребята, поймал, попалась. Не знаю, что. Мелочь, наверное, какая-то. Мелкий отпустим. Идет. Вообще даже не сопротивляется как надо. А, я думал, есть. Ё-моё, повернулась она. Как будто схватил шнурок. Бывает у нее такая штука, что она так бьет. Я думаю, что-то совсем не сопротивляется. Это, кажется, она зацепилась. Бывает почему-то у профилюкса такая штука. Частенько, кстати. Да. Жалко. Была ты первая поклевочка. Блин. Сошла ведь сразу, а? Вот ты ж, мышь. Ладненько. Как говорится, начало положено, значит... Опа! А, нет.
Начало положено. Вот. Рыбка есть, значит, бегает. Так, отъедем, а то вообще в кусты заехал. Прямо аж. Вот так вот. О! Это занесло меня туда. На якоре не стою пока. Ух ты! Будем пока так проваливать. Ну вот опять. Видите, цепляется. Травка цепанулась, все. Далеко не надо. Да. Ладненько. Начало положено. Начало положено. Поклевки на нее есть. Я же говорю, мне еще с этим удилищем тренироваться долго. Забросы не такие точные, как мне надо. А длинные. Я не привык такими долбить. О, что это было сейчас? Заброс был нехороший. Оп. Сейчас назад будет тащить меня. Я же без якоря. О, там уже даже плескается какая-то мелочь. Сегодня полнейший штиль, ни ветерка. Сегодня, по-моему, что-то-то в моем. Ух ты, закинул траву прям. Вот так вот перекинуть. О. Что-то да поймаем, наверное. Забыл с собой взять пауэрбанк. Насколько, ребята, хватит у меня зарядки. Вот, настолько и будет видео. Красивый забросик. Рыбки нету.
Так. Давайте еще. Поедем дальше. Хорошо идем. Очень хорошо идем. Оп. Во! Как красиво! А ну! Да, нету. Щучки здесь нету, наверное. А может, она на такие приманки не хочет? Может, это посоветовать ей друг? Ух ты! Трава опять зацепилась. Трава зацепилась. Успел. Походу я. Ну ладно. Смотри, как прошло хорошо. Странно. Ух. Далеко летит. Мне нравится так вот, когда летает. Далековато. Пока больше поклевочек не видно.
вот так вот цепляется. И потом идет, как будто бы там сидит что-то. Лоска-то широкая, круглая. Проводка получается впустую. Мошки, конечно, много. Блин. Прям, блин. Мошки, блин. Ну-ка. Тут вот эти кустики. Ну, тут сейчас попробуем провести. Смотрим, что получится. Ну, что-то здесь есть. Стоит какая-нибудь чучка, может. Окунь килограммовый. Вот, цепляется. За траву цепляется. Так, вот так вот это кинуть. А, тут недалеко. Вот так, оп. Там тоже человек на удочку рыбачит. Вообще, говорит, ничего нет. Я говорю, да, конечно. Я уже тут тоже рыбалю. На удочку вообще ничего не идет. Воды еще больше прибыло. Рыба-то практически, считай, не плескается. Всплески, ну, мало. Всплесков. Она, наверное, сейчас вся на дне. Рыба-то. Какая хорошая проводочка. Так идет красиво, блин, прям. Но нету, к сожалению, рыбки нету. Ладно. Нету, так нету. Поехали. Дальше. А еще пару часиков. И все. Может и меньше. А я занозу садил, смотри-ка. Что это у меня весло? В занозах я. Хорошее весло. Сейчас я выйду еще на берег, посмотрю грибы здесь. Здесь, там, там. Вот сначала здесь посмотрю, на этом островке, потом вот на том островке. И потом туда вот перееду и там полазь. Сейчас тут проловлюсь. Вот там, на том берегу тоже кто-то рыбалит. Кстати, уже сидит человек. Балдюет. На кресле. А что не балдеть? Выходные дни. Все здорово. Погода, блин, прям супер-пупер. Второе лето. Или третье уже. Непонятно, какое лето у нас. Так, тихо, что-то меня несет быстро куда-то. Не туда, куда надо стоять. Так. О, на месте. Тут раз-два. Так. Опачки. Оп. Ну, а, этот цеп травует. Могла проволочкой быть хорошая. Чуть-чуть не туда закинул. Ну ладно, сейчас поправим. Все. Поправимся. Поправимся. Травы много, вдоль травы можно проловить. Может опять что-нибудь попадет. Вместо-то постоянно щука стоит. Ах ты, вот трава вот эта вот мне только не нужна сейчас была. Блин. Ой, зацепилась, да. Плохо идет. Эх-эх-эх.
Да опять туда же, да ё-моё. Во. Посмотрим, что из этого выйдет. Ничего не вышло. Сейчас так, вот туда прямо. Во, во как. Вот так вот и должно было быть. Первый раз. Не вижу, проводка хорошая идет или нехорошая. Солнце светит. О, хорошо идет. А, понятно. Ничего не будет, потому что зацепилась. Травушка. Опять туда же. Да ёшкин кот. Тебе-то надо. Так, ладно, пойдемте на берег выйдем. Сейчас посмотрим, что там на берегу у нас будет. Грибы будут или нет. Вот тут сразу поганки растут. Сейчас этот первый островочек тут пройдемся. Тут, ну, да, тут сразу все с утра. У нас есть тут один такой, не спит по ночам. И что, вдруг тут заберут грибочки? Бедненький он же, голодненький останется. Все березы переворубал. На свои веники. Я только соленые. Соленые пока. За солеными мы потом поедем, съездим. А пока как-то так. Входим сейчас. Посмотрим. О, а ключи там. Испугался уже. Тут у нас всегда было много этих белых грибов. Росло. Поганка опять? Нет. Это не поганка. Гнилой такой прям. Вот еще один. Смотрите, думал этот гриб, а это поганка. Ну вот вы сошивите полностью. Только ножки брать, если. Ножки. Ножки, ножки, ножки. Смотрите, какой маленький грибок растет. Вот он, какой красавчик. Вот он, какая маленькая. Чистый хоть, нет? Оп-оп-оп. О, не успели его сразу. Ой, какой малюсенький, беленький. Смотрите. О, малышка. Видите, я же говорю, тут у нас белые растут. Еще один такой же. Маленько.
Это сырышка. Сырое. Вот он какой-то ползет. Это что? Поганка. Сыроеда. Вон, видите, высохшие вот эти вот подосиновики, походу. Высохшие. Смотрите, вот он белый. И далее, оп, вот так вот. Смотрите, какой красавец. Вот это да. Чуть-чуть откопал. Сразу почистим тут немножечко. Оп, оп, оп. О, господи, смотрите, ёшкин кот. О, вот это грибочек, красавец. Спрятался. От Славки не спрячешься. А, не спеша, потихонечку ходить. Это, знаете, все бегают тут, как лошади. Ой, быстрее, быстрее, быстрее схватить и убежать. Ну что. Два красавца тоже уже хорошо, тем более белый. Я же говорю, тут у нас беленькие грибочки растут. Все здорово. Сейчас потом подъедем к этому другу. К рыбочку. Вчера, кстати, были у меня именины. Ну, знаете, там это, да, гороскоп. Не гороскоп, как там. Именины сегодня вот такого-то, вот такого-то. Именами. Имена, именины. По именам. Вот. Вот такая штука была. Я думаю, когда у Вячеслава именина? Вот тебе, пожалуйста. 16, значит, августа. Так, ну все, тут нету. Грибочка. Пойдем. Это сети, блин, задолбали. Вот, смотрите, сети убрал. Бац, и белые грибы опять. Вот так вот. Вот эти два маленьких, видите? Красавцы какие. Вот они. Оп. Смотрите, он уже подъели его, гады. Какие-то нехорошие. О, маленький еще живчик. Надо, походу, за грибами уже чесать на свои места. Опа. Вот уже. Четыре грибочка. Так, сеть-то мы выкинем. Давайте. Оп. Сети. Забираю за собой сети, гады. Сюда вода не поднимается у нас. О. Пускай тут висит вода, где-то вот так вот поднимается. Не больше. Это если небольшое наводнение. Рыбалочка, грибочки, все вместе. Здорово. Когда такие места есть красивые. Правда ведь? Конечно, правда, скажите, да? О. Так, один момент. Сейчас все кое-что покажу, что я нашел. Смотрите, ребят. Когда шел к своей лодке, нашел такой термосок. Классный. Походу держит.
Там даже, по-моему, кофе есть. Сейчас я посмотрю нормально. Так. О, видите? Вот тут текет или что? Непонятно. О, как закупорено. Сильно. Ну да, кофе пахнет. Ух ты. Ладно. Попробую дома потом открутить. Так, термос, что там у нас написано? 500 миллилитров. Серия СТ, назначение, бытовой материал, коррозийно стойкая сталь. Вот такие дела. Так, все, грибочки положили сюда. Так, и что у меня за чек такой интересный на 500 рублей? Что я покупал? С публика. А, это я на телефон деньги возьму. Все, понял. Так, ну что, погнали дальше. Опа. Зацепился. Так, ладно, меньше погремушки. Больше делов. Все, будем рыбалить дальше. Продолжать. Не знаю, не знаю, что делать. Менять, не менять. То просил у меня там один подписчик, товарищ один хороший. Чего, говорит, не пробуешь на всякие воблеры? Сегодня на одно клюет, завтра на другое. Да что-то как-то воблеры не мое это все. Не знаю, просто купил их, лежат. Для коллекции, как говорится. Как это? У всех есть, у меня должно быть. Вот как-то так. Ну что, попробуем? Попробуем забросик. Вот так. Не, не туда, конечно, хотелось. Ну ладно. Пусть будет туда, нам-то что? Нам лишь бы забросить. И самое главное, чтобы оно взяло на нее. Вот что самое интересное. Да. Что ли, походу он даже в этой не махает удочкой-то. Нету, я говорю, выбудет на себя. Что день какой-то? Идунка сидит, что ли? Спросим. Может, что хорошее скажет? Вода прям прозрачная-прозрачная. Интересно. Не, моряк-то есть.
так вот. Забросик такой. Нормальный. Оп. Зацеп. Трава. Как обычно. Ладно, даже отпускать не будем дальше. Нет. Трава. Щука ж нападает снизу. Если что. Забыл отцепить. Травушка-муравушка цепляется. Так.